А, вот. Лол. Как? Спасибо, не за 30 рублей. Так, я думаю, что я проведу. Забаньте доджу, что там такое, это там... Доджу, что-то там, чувак, дебил, короче, забаньте ее, пожалуйста, в смысле модера... Так! Чуваки, зайдите, пожалуйста, на Twitch и забаньте этот даун, это же просто конченая обезьяна. Да, там все просто сейчас забанили конченого идиота, вонючую гниду, помойную шавку, просто... Я не сломал портал Заку, ты адекватный? Ай, блин, это пещера. Фак. Да ладно, пофиг. Ты топ in the world. А за 25к ок? Ну, чувак, ты не закинешь в любом случае. Ну, конечно, ты шо. Естественно. А сабсервер Flame уже открылся, да? Ща. Вообще, короче, вообще без рук. Вообще на изи. Вообще, да. Дайте десяточку сейчас, без рук вообще. Кому руки надо вообще? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. До конца. Десять. Изи. Сыграл. Токсик. Или, может быть, сделать, но без градиента. Переделать и сделать без градиента или как? Давайте переделаем. Давайте переделаем. Делаем, короче, все заново, пацаны. Я буду сидеть до конца стрима Флейма. Спасибо тебе. Огромное спасибо Некто за 74 рубля. Он написал, стой, я вернулся в конце прошлого стрима. Вот, и, типа, я его отблагодарил, конечно, в Дискорде написал. Вот, блин, 96 FPS, 109, ну, такое ощущение, как будто реально лагает. Спасибо, Ремикс YouTube, за подписку. Окей. Давайте, готовьте, игнорю только меня, шлёп, не игнорю. Нет. Скинь IP, это приятный сервер для ютуберов. Чуваки. Ай, сука, оно же не прогрузится сейчас, короче. Ага, тут барьер, угу. Ага, тут барьеры. Сука, тут барьер был, да? Вот, сука, ну блин, Игорь Никсон, да. Я понял, с тобой все ясно. Так, окей. Это ж пиздец. Отлично, да? Тебе 16, рано 50 играть. Пять. Блин. Ай, да за собака. Про все, я баф просрал, потому что фантомный блок. Давайте сколько успеем прокопать еще. Давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, все. Баф закончился. Так. Спасибо огромное за хостинг, Евгеха, брат. Прикольно, но меня хостят. На этом стриме на самом деле мало хостов ведет, но все же спасибо. Ну, Мел как бы стримит, и по этой причине меня на Твиче онлайна мало, и в принципе поэтому меня и не... Давайте мы покажем, где надо установить будет базу. Set World Spot. Ага, окей, давайте посмотрим.
Set World Spawn. Так, давайте. ТП 0-140-0. Мы опять оказываемся, в принципе, там, где должен быть спаун. Set World Spawn. Не работает, чувак. Чё, экран? Экран работает, поэтому все. Я уже показывал там в начале стрима, можете отмотать, если еще, в принципе, есть. Флэй, привет, Никита Гуда. Last... Так, помнишь сервер Last Spare? Я и все игроки оттуда до сих пор помним, поддерживать тебя. Спасибо, при... А он еще существует? Да, я помню этот проект. Это когда создали Last Task Junior, а создали Last Spare для тех людей, которые на Junior не попали еще в первом сезоне. Чё у вас там? Надеюсь, прикольно. Я если найду эту беседу ВКонтакте, напишу туда...